Футбола Аргентины, например, раздала журналистам и спортсменам брошюры с инструкциями, как соблазнить русскую девушку. Рекомендуется быть чистоплотным, хорошо одеваться и пользоваться парфюмом. Конечно, это привело к скандалу, советы из буклетов поспешно удалили. И еще немного сборной Аргентины стало известно, что жить и тренироваться команда будет в подмосковных Броницах. Туда же, естественно, приедет и легендарный бомбардир Лионель Месси. Более того, именно в Броницах он отметит свой день рождения. А вот что ему подарят, выясняла Анастасия Цпиева. Броницы. Почти 50 километров от Москвы, население чуть больше 20 тысяч человек. Именно здесь и будет тренироваться Лионель Месси во время чемпионата мира по футболу. Посмотрим, готов ли город и местные жители встретить легендарного футболиста. На тренировочной базе в Броницах усердно машут лопатами. В отличие от дорог, рабочие уже готовы к встрече с Месси. На одном из них бело-голубая футболка с цифрой 10. Аргентинская команда будет жить в одноместных номерах со всеми удобствами. Имеется в виду санузел, интернет и телевизор. Тренироваться на нескольких полях. Для отдыха предусмотрена баня, джакузи и не только. На крыше этого здания планируют разместить шезлонги, чтобы футболисты в свободное от тренировок время могли принимать солнечные ванны. Ну а после этого можно бежать и охлаждаться в озеро Бельское, ну или просто наслаждаться пением лягушек. Глава города уверяет, водоем чистый, но мы все-таки взяли пробу этой воды и отправили ее на экспертизу. Через несколько дней получим результаты. Не исключено, что Месси все-таки решит искупаться в озере. Тем более, что на этой базе он будет отмечать свой день рождения. 24 июня ему исполняется 31 год. Местная администрация пообещала, этот день футболист точно не забудет. Поздравлять его будут народными песнями, танцами и подарками местного производства. Наши народники очень здорово, красиво, очень красочно, очень красиво, очень памятно будет, я уверен. Ну и подарки тоже мы, в общем-то, как-то в прессу просочилась информация о том, что один из подарков будет жест. Действительно, но мы уже проработали, и он сейчас изготавливается. Художники с этого предприятия уже подготовили его. Один из пунктов развлекательной программы для Месси – пешая экскурсия по городу Броницы. Накинутся ли местные жители на одного из лучших бомбардиров современности? Мы распечатали его фотографии и попросили случайных прохожих ответить на простой вопрос – кто это? Я не могу сказать. Вы полиспортивный олимпийский, наверное, знаете, кто это? Месси. Месси? Правильно. Правильно. Народ немного, да, бородатый. А у нас есть еще один вариант, скажу. Вот это... Это два женаты, две жены у него. Я хорошо его и знаю, я только так сказала вам. А, вы же знаете, да, кто это? А как не знаю? Знаю. Болит. А как зовут? Понятия не имею. Да, конечно, это Лионель Месси. Я живу здесь недалеко, и такую звезду увидеть, считай, за тысячи километров, со всем Броницах, это очень радостная и хорошая новость. Мне тот знакомый. Я не местный житель, не знаю. Футболист. Какой? Не знаю, футбол мне увлекает. Какой же это Месси? Кто же не знает? Нет, футболист Месси. Будет играть в Броницах. Да, поселятся вместе со сборной в Нахабине. Со своим самоваром приедут и другие команды. Испанцы запросили кофемашину, немцы миндальное и рисовое молоко. Гастрономические предпочтения аргентинцев пока держатся в строжайшем секрете. Но известно, на тренировку будут ездить на электрических гольф-карах. А корейцы не представляют отдыха без игры в пинг-понг. В их гостиницах поставят теннисные столы. Тем временем жители Броницы пообещали нам исправиться и познакомиться поближе с биографией Месси. Записали до него обращение и пообещали, это лето в подмосковном городке легендарный футболист точно не забудет. Я бы хотел пожелать Лионелю Месси почувствовать этот город с другой стороны. Посмотреть, какие здесь люди, пожелать ему удачи в игре и добро пожаловать в наш город. Добро пожаловать в Броницы, конечно. Это очень хороший, замечательный город. Приезжайте все в Броницы, тут клево. Добро пожаловать вместе. Анастасия Цепиева, Антон Лазарев, Наталья Андреева, Игорь Габетти, Иван Федотов. Москва, 24.